граждане не рассматривают этот вопрос на комиссии, а ходатайствуют о вынесении этого вопроса в сессионный зал, рассмотрение на сессии после. Поэтому, если вы не против, то как я назначен определен там докладчик, в том числе, который информирует, что я проблемы. Хотя, честно говоря, к этому вопросу не готовился, только сегодня буду докладчиком. Поэтому многим, наверное, будет интересно узнать, депутатам, куда пошли деньги их районов, их выборчих округов. Поэтому прошу не рассматривать этот вопрос, снять с повестки дня и ходатайство о вынесении на сессию. И еще один вопрос. 41-й вопрос, который вы собираетесь рассматривать,